Телевизоры, телефоны, компьютеры и планшеты ежедневно наполняют нашу жизнь и становятся неотъемлемой ее частью, которая все увеличивается и увеличивается. И хоть особых абсолютных доказательств однозначного негативного влияния на человеческий организм электроники до сих пор нет, все же уверенно можно сказать, что это плохо влияет на наше зрение. Сейчас у нас важно не только смотреть природу и где-то вдали. Сейчас мы работаем ежедневно с компьютером, со всяческими технологиями. И, в принципе, качество зрения с каждым годом становится важнее и важнее. И поэтому, конечно, я бы не хотела сказать, что как-то зрение ухудшается, но просто у нас появляется нужда в хорошем зрении. Технологии приходят на помощь и в вопросах здоровья глаз. За последние годы многие все больше вместо очков предпочитают носить контактные линзы, так как их качество значительно улучшилось. У людей, которые могут перенести контактную коррекцию, конечно, нужно использовать контактные линзы, потому что очки мы можем использовать в определенных ситуациях жизни. Да? Когда мы, скажем, смотрим театр, когда мы активно занимаемся спортом, в этих случаях контактная коррекция нам помогает, конечно, использовать эти моменты намного лучше, чем если мы, скажем, играем в баскетбол в очках. Но так как линзы физически соприкасаются с глазом, то это увеличивает риск занесения в организм инфекции. До конца этой недели по всей Латвии проводятся специальные мероприятия и консультации по вопросам ухода за глазами. Дополнительные мероприятия проходят в салонах оптики. Они предлагают проверку здоровья глаз. Такая акция проходит до 29 октября, и проверка бесплатная. Многие салоны также предлагают проверить поверхность глаза под биомикроскопом, чтобы оценить, как использование контактных линз влияет на глаза. Все ли в порядке или все же необходим дополнительный уход? Исследования показали, что латвийцы плохо информированы в вопросе ухода за зрением и глазами. У нас очень много людей, кто носит контактные линзы. В Латвии их более 100 тысяч. Но не все задумываются, насколько большое влияние они оказывают на здоровье глаз. В рамках кампании пользователям контактных линз предоставляются бесплатные консультации оптометриста и других специалистов. По словам медиков, тем, кто пользуется контактными линзами, желательно проходить проверку специалиста 2 раза в год, чтобы понять, как меняется влияние линзы на глаза. Эвел Дудукуль, Валтерс, ЗЛШ, Латвийское телевидение.